Ну чё, народ? Здоровки всем, продолжаем мы здесь. Ахинахинехиней страдать. Так. Ладно, пока выбора нету. Так, надо вообще запомнить. Fail to bite, вау. Ой-ё, застрелите меня с этими ньюбейзами. Ежемесячные налоги довольно-таки скрупулезная здесь вещь, я смотрю. А погоди, мы колонизацию вообще изучили? Или это у нас идет только да? Да, оно только идет. Идиот. Ничего, потом будет попроще. Так, пассажирские корабли мы пока строить не можем, эти тоже не можем. Фиговенько, фиговенько. Денежка постепенно, конечно, выравнивается. Но без торговли все хреновенько. Не, ну мои майнинг корабли, слушай, нормально работают. Так, здесь у нас что вообще? А здесь у нас хромиум. Ой-ой-ой, смотри, какой кристальчик интересный. Ты у нас с чем? А ты не с чем. А вот это с чем-то. Литиум, что ли? Ну, наверное. Постепенно растягиваются астероидные поля. Я тут три астероидных поля натыкал. Вот раз, два, и еще где-то третье должно быть. А вот и третье. Я хотел чисто колечко сделать астероидное, но сейчас они растянутся, я посмотрю, как оно будет хотя бы все выглядеть. Большой астероидный пояс. И да, я не смог так найти мод. В общем-то, почитал я по этому разработке. Раньше в действительности какой-то момент времени была сделан патч к этой игре, что ресурсы были конечны вследствие того, что искусственный интеллект не мог адекватно с этим работать. И то есть ресурсы кончались у тебя, у компьютера они по факту не кончались, так и шли. В общем, было принято решение разработчикам оставить процентное соотношение. Вот и все. Не, неплохо, денежка идет, это хорошо. Когда мой гипердрайв поживает, ой. Так, ну я думаю, сейчас смогу хотя бы заколонизировать одну-две планетки. Будет неплохо. Блин. О, 4 у меня 1000 плюс. Вот походу у меня плюс идет от количества и качества ресурсов, которые ко мне вот эти вот майнеры приводят. Плюс газюлка. Ну, что-то мне так кажется. Либо у меня тут народ появился дополнительный. 7 миллионов. Вообще-то на самом деле миллиардов. Население-то побольше. Ну, будем считать, что это вот так вот 7 миллионов. 7000 миллионов. О, ха, точно. Оптимальное решение. Вот, 4000. Значит, я еще могу построить одну вот эту вот хинею. Билд. Thank you.
Building debuilding. Можно даже еще одну впендюрить. День здесь. Такая возможность есть, надо пользоваться. Прикольно, планета друг под другом проходит, мне нравится. У меня тут настроение хреновое, ну хотя относительно хорошее. Процентов, да? А это что у нас за ошметки летят теперь? Вот это уже забавно даже. Так, гипердрайв закончен. Отлично. Так, что мне тогда будет надо обновить? В первую очередь... Насчет исследователей не знаю. Насчет строителей... И торговцев точно. Так что да, я опять на паузяке. Рано как-то я обломался. Но на самом деле никакого исследования-то и не произошло, как оказалось. Обидно. Но вот что изучилось, мне, конечно, вопрос до сих пор интересный. Будем ожидать. Будем ждать. Я что-то жопой чую, что исследование такой длины. Это нехорошо. Хотя, в принципе, пока все спокойно, денежка растет. Атаки на меня не происходят. Доход растет, народец тоже. И, ну, пока можно, в принципе, смело на паузу уйти. И, так сказать, обжидать. Ну, как думаешь? Ну, скорее всего, так и сделаю. Посмотрим, как... Так сказать, при таком раскладе играть. Даже любопытно будет. Так, первые колониальные корабли у меня готовы. Но тут... Давай вот так сделаем. Хотя топлива, по идее, должно хватить. А, ладно, подойдет. Потом что их подправлю. А два колониальных поставим на стройку. В принципе, я могу еще одну лабораторию запендюрить. Но я просто боюсь, то, что у меня пойдут исследования. Мы же еще несколько кораблей должны найти, как минимум, для защиты. И будет проблема... Потому что если новые корабли подойдут, я не смогу их обеспечить.
А это более критично. Но хотя, так если посудить. Еще одну построим. Голябщики чертовы. Да, то каждому пирату надо будет платить. Пока не разобьешься. Ага. Так, кстати, а мы тут сможем посмотреть, насколько быстро строится колониальный корабль? Конечно, нет, да блин. Ненавижу вот эту вот длинную стройку. Обломная хренотень такая, что ж капец. И, кстати говоря, у нас даже нет ресурсов на строительство еще одной фабрики. Та-та-та. У нас сейчас все уходит чисто на колониальное. Ну да, два колониальных корабля, захватить пару планет бы не помешало в любом случае. А потому что исследуется гипердвигатель, и даже не знаю, сколько это времени займет. Зато сканер дальнего действия сможем использовать в ближайшее время. Это тоже неплохо. Да, строится довольно-таки, конечно, медленно. Так, ну пока ничего не происходит, я опять же ухожу на паузу. Сейчас достроится, будет понял. Ну хотя да. Достроится, я вернусь. Так, два колониальных корабля есть уже. А что нам захватить, вопрос? Ай, а чем мы можем захватить? Это что означает? Можно захватывать или как? Ну, чё-то нифига не вдупляю. Ну, давай посмотрим. В принципе, я бы Барин Мун захватил. По крайней мере, не отказался, это точно. Не, мы не можем захватывать пока планеты. Погоди, ну к этого же уровня мы должны уметь захватывать, что за бред? Хотя давай проверим на этой, да и все. Луны ближайшие нам надо в любом случае цапать. Это без вариантов. А, нет, можем захватывать. Так, ты готов? Готов. Ты ползешь?
Так, раз, два, три. Раз. Пять. А чё, пока пираты не трогают, никто меня не домогается, вообще шикарно. Скоро доизучим, надо будет все модернизировать. Да, только пока одни, блин, расходы идут. Один маленький нюансик. Блин, ты у нас малыш, кибальчиш. Ну, должно ему хватить топлива как раз. Народ, у меня тут уже денег начинает кончаться. Хотя ладно, пока еще есть, но пиратов что-то многовато. Я уже с шестыми сделку заключаю. Так, это у нас какой образовательный отсек-то хоть? Я понял. Так, мы здесь много чего полезного изучили. Обмодуль. Так, мне бы еще изучить, к примеру, что-нибудь по исследованиям. Было бы совершенно неплохо. Хайтедж давай еще так два раза изучим. Да и здесь будем изучать. Вариантов-то нет. Как ни крути. Вообще никаких. Ну да, я посмотрю так на протяжении там часов 6-8. Насколько будет интереснее. Просто интереснее здесь будет, когда на тебя будут, не знаю, существа нападать, которые нейтральны здесь. Монстрики. Вот здесь и пираты-то тоже, скорее всего, развиваются. Так же, как и ты. Я не очень-то уверен, что это будет правильно, что ли. Но быстрое развитие тоже до добра не доведет. Хотя и медленное, возможно, тоже слишком. Но опять же, будем смотреть. Ай, колонизируй. Может, денежка пойдет получше. Не сразу, конечно, но возможно так. А тут ресурсов всего два вида. Плюс некроз 100. А, да, кстати, я ж могу сделать небольшой космопорт. Или Large Spaceport. Давай попробуем достроить ее. Но, правда, это вряд ли получится. Кипердрайва-то у меня пока еще нету. Нету. О, ребята побежали нести ресурсы. Посмотрим, что из этого получится, кстати говоря. Это какое
десятилетий мы сможем ее построить. Это интереснее уже стало только. Так, большую часть кораблей отправил я на переделку. Сейчас они пойдут. Ты тоже? Нет, тебя забыл. И они смогут уже более-менее адекватно это все исследовать. Так, у меня там запроса нету. Ладно, этот запрос я подтвержу. Транспортники они сейчас начнут улучшать. Погоди, а мининг шипы. Ага, все улучшено. Кто это у нас прыгнул тут? Ну, уже некоторые торговцы умеют прыгать, это хорошо. Мы тут такую, блин, линию уже создали. Кстати, очень прикольно то, что, видишь, они исчезают, наверное, с объектов, то есть. Это кому интересно, как называется хренотень. Ну, короче, оптимизация такая. То есть на определенном расстоянии вы не будете видеть своих торговых кораблей. Очень, тебе скажу, удобно. Их могут быть тысячи. Ой, здравствуйте. Не хотите ли вы пройтись вот сюда? Энсинг Варген секунд. Так. Ну. Что дает? Стали много. Что-то какие-то стали литейные планеты появ. Что одна, что вторая, смотрю. Так, ну торговля хотя бы пошла, это тоже уже гуд неплохой. Вряд ли, конечно, мы сейчас можем что-то построить, но хотя бы я смогу понять, когда закончится модернизация кораблей. Как летают, ресурсы носят, молодцы. Пчелки. Надеюсь, эти газовые кораблики тоже у нас обновления пройдут. Что ты там хочешь? Ладно, давай, давай. Послушаю. Одно и то же каждый раз. Это предлагает на 700 тысяч кораблей купить. Какой молодец. Кстати, по поводу конструкторов, то точно. Но этих кораблей штук мне еще 10 понадобится. Это не подойдет, только вот так вот. Так, 10 и 3 корабля таких, да? Ну, в принципе, хрен с тобой, золотая рыбка, пусть делается. Это не смертельно. We'll be right back.
Да, не линии, конечно, здесь летает еще абзацный. Сейчас пойдут мои исследовать тут ближайшие зоны, так сказать, будет уже поудобней. Кстати, вот планета выделяется у нас, звездная система, колодец вот так. А, мы же на базу потом сможем поставить здесь. По идее, в центре системы можем поставить будем... Я не знаю, как там работает, в Stellaris-то по-другому. Но вроде здесь можно поставить базу в центре системы и джаммер дать. То есть на определенное расстояние здесь нельзя будет им припрыгивать, то есть не сразу к планете. Ну, вроде бы так можно. Это вот посмотрим. Чать, отлично. Кто его атаковал и где вообще? Так, где Брюшфилд? Блин, а у вас тут расстояние, блин, прикалываетесь? Каким макаром я это должен все изучать? Ну ладно. Хоть как могут. Блин, минус 17 тысяч, дороговатое удовольствие. Света, блин, модернизация. Пока мы доходы покрывает это все, так что терпим. Сжимаем зубы и терпим. Выбора, в принципе, нет. Каменные пирамиды. Да, круто. Город. Лоб. Шип. Да. Какой-нибудь жопе мира. Дайте угадаю. А ты кто? Как дела? А что с этим строителем не так? Не хочет он все, блин. Нормальной жизни я смотрю, да?
Да, кстати, тут гораздо больше монстров стало. Я могу чего сказать. То есть, ну, есть заметные отличия. Хорошо, хоть не у меня эти монстрики. Так, дебришев, конечно, много, но мне от них, блин, ни холодно, ни жарко. Пули потихонечку растягивается, я смотрю. Так, знаешь, что я сделаю лучше? Я направлю их сюда. Возьму этот флот и направлю на охрану, потому что мне это все не нравится. Кстати, перед бурьем... Перед бурей может, как говорится, плохо сказаться. Ладно, народ, я на этом пока серию закончу. Уже пора спать, собственно. Я вот уже сонный сижу. Продолжим в следующей серии. Посмотрим, как с этим исследованием будет настолько интересно. Но пока, плюс это галактика, пока все интересно. Всем удачи, всем пока.